Grandavas, ha za Juleniš, a Dindal про за Юленеш, ну, обсуждать я резонансные темы в пресс-конференции. В первую очередь украинские тематики, Рамзанович, обсуждать я сотни ссылок, а по поводу Зеленского, его позиция, один был заявление. И в основном разные эксперты уже на федеральных каналах, в различных студиях обсуждают, комментируют. С той стороны различные журналисты обсуждают. Тема номер один, Юг Рамзанович, вот последние дни после пресс-конференции, тема номер один. Мы же делали внутри республики, в моей войне пресс-конференции, уже на международном уровне, а я ладно. А масштаб как раз-таки международного уровня, Рамзанович. И в контексте Украины, Масар, в соцсетях я ваш интересоваться, ДЧР, о, лайо. Именно через вас, через вашу пресс-конференцию, федеральный центр, еще позицию, он дает, а о, что любой дваш тебя вот сейчас ассоциирует, самые близкие отношения, еще в тесном контакте, вплоть до президента, напрямую, вал, бяш, от федерального центра царь эллил позицию, а озвучить иногда, согласованно с Кремлем, чуть ли пресс-конференции ищет и аллар хаминерба, а согласовать с Москвой. На самом деле, вообще, да, я не ожидал такого вопроса, да, во-первых. Во-вторых, да, у меня таких близких отношений, да, нету, да, у меня есть отношения, да, к руководству государства, как глава региона, да. И я даже не хожу близкое окружение и президенту, и председателю правительства, да. Ну да, есть у меня связи, да. И я думаю, что меня терпит, да, и прощает, и поддерживает, да, благодаря, да, дружеским отношениям, бывшим дружеским отношениям, да, с Ахмадом Мухаджиевым и Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому мне ни разу, никогда никто не говорил делать заявление в отношении Украины или других иных государств. Да, абсолютно, да, это я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, да, это мое, да, мнение, да, потому что судьба и безопасность нашего государства, да, сейчас, да, находится, да, в крайнем тяжелом, да, ситуации, потому что западные европейские государства, да, потихоньку приближаются, да, на границе нашего государства, и поэтому в любое время, да, могут быть, да, проблемы, да, и они, да, если мы сдадим свои позиции, да, могут, да, диктовать, как и другим, да, свои, да, условия. Поэтому я как гражданин, как беспокоящий, да, за свою республику, регион, государство, народ, да, я высказал свое мнение, да, я как доброволец, да, готов отстаивать позиции своего государства, президента и народа. Поэтому то, что касается Зеленского, то, что я сказал про него, про Украину, я сейчас повторюсь, да, потому что они ведут предательскую, да, политику в отношении славянских народов тоже. Да. Они, да, сейчас, да, объявляют войну против своего, да, народа, своего религии. Да. И это очень страшно, да, для всех нас. Поэтому я думаю, что народ украинский, да, выйдет, да, и скажет свое мнение, позиции, да, и определится, да, своими взглядами, да, нам Запад не принесет пользу, да, зачем нам за океаном, который находится, да, Америка, если есть рядом, да, великая держава России, которая всегда помогала Украине и готова протянуть руку помощи, да, и нужно жить в братстве, да, поэтому мне никогда никто не говорил, да, наоборот. Да, он даже, вы помните, да, он, господин Песков даже, да, он критиковал меня, да, за то, что я лезу в международные вопросы, да, что делаю заявление, да, это не мой уровень или не моя компетенция, да, поэтому я вообще, да, он даже вопрос, да, он, я не ожидал, что будет вопрос, я ответил как Рамзан Кадыров, и сейчас говорю, мы должны отстаивать свои позиции не на территории своего государства, уже за, да, пределом, потому что уже близко, да, находится, да, опасность, и близко находится, да, наши враги.
враги, которые хотят разрушить наше государство, и это очень страшно. Поэтому, так что будьте любезны, я вам говорю, что я не хожу в близкое окружение, и со мной никто не советуется, и никто мне не звонит, не говорит, чтобы я говорил про такие вопросы. И у меня отношения со всеми, руководством, начиная с президентом, заканчивая со всеми министрами, администрациями, как глава субъекта. И когда, действительно, когда есть необходимость, я звоню президенту, президент всегда отвечает и поддерживает, и принимает необходимые решения для решения экономических, социальных вопросов, безопасности, ну, как глава государства, он всегда на связи со всеми руководителями региона. Поэтому есть даже ближе, чем я, очень много глав субъектов, которые даже находятся в близких отношениях к президенту. Поэтому я отвечал на этот вопрос, как Кадыров Рамзан Ахматович, гражданин России. То есть вопрос не согласовывался с федеральным центром Ранванч, да? Это серьезное заявление. Я даю слово мужское, клянусь Аллахом, не с кем не согласовал, и никто мне ничего не говорил.